всю зиму я не был ни одного часа под, в теплом помещении. Ночевали это, в блиндажах, наши блиндажи, немецкие, когда освобождали, все бои. Но я уцелел. Вот когда под Кенигсбергом последние дни пошли бои, я, значит, был контужен. Мне осколок в голову прилетел, но спасла шапка. И вот сюда вот прилетела, а здесь двойная вата получилась. Меня, значит, свалил этот осколок в траншею. Вот. Растолкали меня мои соратники. Вот. Но у меня месяца два шишка была и болела голова. Радио и объявляет, что и мы на этих кроватях начали прыгать и орать во всю глотку. В общем, конечно, было радости, много слов, конец страха. Хотя мы уже догадывались, что не сегодня, завтра будет конец.